Приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виктория Гапутина, и мои коллеги, журналисты БукТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Качество, развитие, доступность. Три кита, на которых стоит сфера образования. Городской форум «Человекосозидающий потенциал системы образования Бреста» прошел накануне в Центре молодежного творчества. Пилотный проект со знаком качества. С 1 сентября 2023 половина учреждений образования Бреста внедрит новые подходы в организации питания учащихся. В областном центре прошел семинар для руководителей учебных заведений и специалистов комбината общественного питания. Более 400 пострадавших от действий телефонных аферистов за 2023 год. Как не попасться на уловки телефонных мошенников? Как на них реагировать и как обезопасить личные данные? Тему изучали корреспонденты БукТВ. «Белая Русь с любовью к детям» – акция, которая получила продолжение. Детей, родившихся в День независимости Беларуси 7 лет назад, поздравили представители общественного объединения. В эфире программа «Итоги недели», и мы начинаем. Городской форум «Человекосозидающий потенциал системы образования Бреста» прошел в Центре молодежного творчества. Традиционно накануне учебного года педагоги вместе с руководителями администрации, общественными организациями и представителями профсоюза подвели итоги прошедшего образовательного сезона, а также обсудили перспективы развития отрасли на 2023-2024 учебный год. В числе тем, которые поднимались на форуме, развитие профильного обучения, профессиональная подготовка кадров в колледжах, патриотическое воспитание молодежи и прочее. В целом, стратегия городского образования должна стоять на трех китах. Это качество, развитие, доступность. Продолжение темы в материале Ларисы Осмолович. Августовская конференция, особая педагогическая традиция, согретая теплом последних летних дней и любовью к профессии. Она приближает один из самых значимых дней в году, праздник, с которого начиналась и начинается для каждого следующего поколения дорога в мир знаний. Самая главная задача для любого учителя – научить учиться с полной отдачей, научить любить Родину, научить творить добрые дела, научить не останавливаться на достигнутом, научить созидать. Наше сегодняшнее августовское совещание посвящено подведению итогов минувшего прошлого учебного года. У него такое значимое звучащее название «Человекосозидающий потенциал системы образования города Бреста». Да, ничто иное, как мы, учителя, никто иной правильно, да, созидает ученические души, через них опосредованно влияет, а даже напрямую, на родителей, на семьи, на все ваше общество. Понимаем, что то, что мы создадим, будет строить нашу жизнь в будущем, будет делать наше государство и наш город сильнее, сильнее и сильнее. Труд педагогов Бреста достоин самых высших похвал. Они самоотверженны и талантливы, креативны и современны. Тому подтверждение выставка опыта работы, представленная в фойе ЦМТ. Здесь есть чему удивиться. Только учителя могут совмещать столь сложную, времязатратную работу с научной деятельностью. Исходя из практических наработок, педагоги Ленинского и Московского района представили масштабные изыскания, которые признаны не только в городе и области, но и в республике. Опыт брестчан используют и другие регионы. Патриотическое воспитание, представленное школами мира и юноармейцами по стопамяти. Здесь проникаешься той энергетикой, которую несут сами ребята. Сегодняшним молодым людям это нужно особенно, потому что очень много молодежи в нынешнее время забывают про любовь к родине, про уважение к своим предкам. Очень важно это чувство гордости сохранить. Это очень почетно, что в школе первого героя Беларуси Владимира Николаевича Корвата в год мира и созидания был присвоен статус «Школа мира».
А что для нас этот статус? Это прежде всего возможность нашим учащимся проявить себя в разных направлениях работы. Статус «Школа мира» дает возможность к сотрудничеству, а значит, к мирному сосуществованию школ не только Ленинского района города Бреста, но и школ всего города, школ Брестского района и школ Брестской области. Так мы уже заключили договор о сотрудничестве с тремя школами Брестского района: город Каменец, Домачево и Малориты. Поэтому мы надеемся, что будет все удачно. Детально и масштабно в этом году представлены учреждения дошкольного образования областного центра. Воспитание любви к родине начинается, на взгляд педагогов, с самого маленького возраста, с семьи. А потому совместные проекты с родителями важны. Представляем опыт работы учреждений дошкольного образования Московского района города Бреста по гражданско-патриотическому направлению. Учреждениями образования района созданы буктрейлеры. Это рассказ о книге по художественным произведениям для детей и взрослых. Цель их – заинтересовать читателя и убедить прочитать данное произведение. Следующая разработка – это инфографика. С помощью инфографики мы изучаем семейные поколения, также знакомим их с достижениями и исторической ценностью всех слоев данной семьи, да, и родственников. У нас издан сборник материала «Путеводитель по родному краю». Он приурочен он к 45-летию Московского района города Бреста. И здесь как раз находятся материалы по изучению родного города, по изучению мест, связанных с исторической памятью, связанных с Великой Отечественной войной. Да? Здесь мы изучаем историю города, его достопримечательности. Говорится о людях, которые прославили наш город и Республику Беларусь. Образовательное направление на выставке также широко представлено. Математика, информатика, изобразительное творчество. Удивляться есть чему, но вот белорусочки, говорящие на китайском, в китайских нарядах, это здорово. Градоначальника приветствовали на китайском языке. Мы рады представить вам наши успехи в изучении китайского языка. Сотрудничество с Республиканским институтом китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета дает нам возможность участвовать в различных мероприятиях. Наши ребята уже дважды были награждены премией чрезвычайного полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Беларусь. Выигрывали трижды всемирный конкурс «Мост китайского языка» и даже становились студентами языкового лагеря в Китайской Народной Республике. Разговор о том, что сделано педагогическим сообществом Бреста, продолжился и на пленарном заседании. Сам форум – это площадка для профессионального общения, возможность поделиться успехами и достижениями, обсудить новые планы, определить приоритеты развития в наступающем учебном году. Каждое начало – это ознаменование добрых дел, надежда на позитивные перемены, посыл к движению вперед и самих педагогов, и их воспитанников. Мы должны вложить в них самое лучшее. И понимание того именно у педагогов должно быть, что если он настроен на то, чтобы ребенок его слышал и видел, наверное, у нас все вместе получится. Если же, ну, мы же все разные, да, кого-то подтолкнуть, кого-то попросить, поэтому в любом случае понимание и восприятие ребенка сегодня должно быть на таком уровне, чтобы не было безразличных людей в плане того, что они, каждый должен делать свою работу. От того, как человек раскрывается, или от того, как ты ему доносишь, на выходе мы имеем те результаты 100-бальников, которые, наверное, должны утешать или удовлетворять меня как мэра, а руководителей, педагогов, наверное, воодушевлять еще на большие, как это, подвиги. И вот на такие методические материалы и образцы, которые, наверное, интересны будут не только самим, кто их делает, но и тем, кто по ним учится. 1 сентября за парты в городе Бресте сядут 46 тысяч учащихся. В детские сады придут 15 500 воспитанников. С хорошим настроением встретят их порядка 6 тысяч педагогов. Из них 235 молодых специалистов. Откроют свои двери для ребятишек 5-го юго-западного микрорайона новый детский сад. Школы и сады готовы к встрече. По результатам многих проверочных мероприятий
мероприятий, безусловно, были выявлены недочеты, но они не системные, не критичны. Сегодня, наверное, с уверенностью могу сказать, что мы вовремя вступили в эту кампанию подготовки, и в результате мы, по сути, уже на финишной прямой, где остались, по сути, мелкие вопросы и ряд пищеблоков в рамках реконструкции, которые мы делаем. Это три учреждения, по сути, это 18-я, 27-я и 31-я школы, где заканчивается реконструкция пищеблоков. И, так скажем, финишем этого всего или в завершении будет наш детский сад, который 31 числа мы откроем торжественной линейкой. Учебное заведение к образовательному сезону готово и укомплектован педагогический состав. Осталось только начать путь к покорению новых вершин. И всем хочется пожелать счастья в новом учебном году и на китайском языке, и на русском. Это счастье. Счастье в жизни, счастье в работе, счастье в стране, везде счастье. Это все я желаю работникам системы образования нашего любимого Бреста и всем жителям Бреста. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Программа «Итоги недели». В продолжение темы. Конец лета, горячая пора для учреждений образования. Пока дети еще отдыхают, школы первого региона готовятся к встрече с ними и стремятся, чтобы этот процесс был организован на все 100. Один из важных вопросов этой подготовки – правильный подход к питанию школьников. Еще в 2022 году в Брестской области стартовал пилотный проект по организации питания в учреждениях общего среднего образования. На тот момент были выбраны три учебных заведения, среди которых и первая школа города Бреста. Но уже с 1 сентября 2023 половина учреждений образования города над Бугом внедрит новые подходы в организации питания учащихся. Такая информация прозвучала на семинаре для руководителей учебных заведений и специалистов комбината общественного питания учреждений среднего образования города. О том, стал ли пилотный проект по питанию успешным и по каким школам он распространится, смотрите в материале Анастасии Мелешкевич. Школьное питание всегда было и остается в центре внимания. Эта животрепещущая тема так или иначе касается всех. Для родителей главное, чтобы ребенок был накормлен, для ребенка, чтобы еда была вкусной. Изменить подходы к питанию детей – ноу-хау 2022 года. В декабре в Беларуси, в частности в Брестской области, стартовал пилотный проект по организации питания в учреждениях общего среднего образования. Его участниками были определены три школы региона, ведущей из которых стала одна из самых крупных школ города Бреста первая. В данном учреждении образования к реализации пилотного проекта отнеслись очень ответственно, учитывая пожелания о предлагаемых в меню блюдах как самих учеников, так и их родителей. На основании независимого мнения комбинат общественного питания разработал технологические карты новых блюд, провел их дегустации, и уже с начала новой четверти началась практическая реализация проекта. Сегодня в преддверии Дня знаний пришло время подводить итоги пилотного проекта и внедрять в другие учреждения образования. Местом для обсуждения стала первая школа города Бреста, где состоялся семинар для руководителей учебных заведений, специалистов комбината общественного питания. Эксперимент и нами, органами управления образования, Брестским горосполкомом и Министерством образования в первую очередь признан успешным. Поэтому Министерством образования были внесены предложения в Совет министров Республики Беларусь о расширении этого эксперимента. И эксперимент будет расширяться у нас на территории города постепенно. Вообще выделены три этапа в республике. Это с 1 сентября текущего года, с 1 января 2024 года. С 1 сентября 2024 года принято решение о том, что с 1 сентября в эксперимент вступит еще 50% учреждений общего среднего образования. Всего их будет 26 в этом учебном году. Оставшиеся 26 будут включены в эксперимент с 1 сентября 2024 года. Сегодня для того, чтобы эксперимент был обеспечен достойно, Брестским горисполкомом выделены средства для приобретения торгово-технологического оборудования. Для этих же целей привлекается спонсорская помощь. В течение августа-сентября текущего года на закупку нового оборудования для школьных столовых будет выделено более 630 тысяч белорусских рублей. Однако предполагается, что общая сумма средств на эти цели составит свыше 1,5 миллиона белорусских рублей. Степень изношенности оборудования и других
элементов торгово-технологического оборудования на территории учреждений, она совершенно разная. Предпочтение отдается приобретению современных пароконвекторных автоматов для более качественного приготовления пищи, приобретению сплит-систем для хранения плодовочной продукции и так далее. Холодильное оборудование, холодильные шкафы, холодильные лари, протирочные машины. Участники семинара, который проходил на базе первой школы города Бреста, смогли не только еще раз убедиться в том, что данный проект позволил выработать оптимальный вариант организации питания учащихся, но и лично продегустировали блюда от комбината общественного питания. Сегодня специалисты разработали и утвердили 38 технологических карт на новые фирменные блюда. Это блинчики с творогом и клубничной начинкой, пиццы и оладушки, зразы и ризотто, шашлычки и драники, и другие блюда, которые уже полюбились учащимися средней школы номер 1 и закрепились в меню школьной столовой. Попробовал отдельные блюда и для себя как это вспомнил детство. Конечно, разница есть. Может, в наше время было не совсем, так скажем, в ассортиментном, да, выражении блюда, но сегодня мы можем детям предоставить вот эту возможность или линейку завтраков и обедов, расширить. Причем это не какие-то высокие искусства, да, кулинарные, а обычная нормальная еда, которая, так скажем, сбалансирована как по рациону, так и, так скажем, по полезности ее употребления. Поэтому, я думаю, что главное, наверное, и в наше время, и в теперешнее, чтобы дети просто это ели. Поэтому и сырники, и блинчики с творогом, там, с вареньем, с джемами, это все может быть и довольно-таки колоритно, и это приятно для глаза и желудка. Глава города не только как чиновник, но и как родитель подчеркнул, что главное, чтобы дети были сыты и нормально в течение дня питались. Мы должны для себя понимать одну главную задачу, что дети наши, находясь в учреждениях школы либо садов, должны нормально питаться. Поэтому, наверное, в первую очередь здоровье, безопасность детей. И чтобы, конечно, как и любой родитель, я в том числе переживаю, чтобы они были сыты и нормально, так скажем, в течение дня питались. Поэтому, наверное, это главная задача. И важность этого проекта, наверное, в том, чтобы дать возможность все-таки детям нормально, полноценно есть. Может, даже не заставляя с-под палки то, что мы иногда многие делаем, но так, чтобы был выбор, и этот выбор был, так скажем, приятен для самих детей. Не менее важным, по мнению руководителя города, является еще и подача блюд. Это уже подтверждают не новички в этом деле. Директор средней школы номер 1 города Бреста Маргарита Богданович. Во время пилотного проекта в данном учреждении образования поменяли не только меню, но и создали особую эстетику в организации питания, основываясь на пожеланиях учащихся. Мы старались и в столовой, и сервировать. И дети, которые накрывали столы, мы учили их сервировать. Ушли от граненых стаканов. Для соков мы закупили такие красивые стаканы. Кружечки стеклянные закупили. С 1 сентября к эксперименту присоединятся 26 учреждений образования города, в том числе 18 в Московском районе и 8 в Ленинском. Остальные присоединятся через год. Для руководителей учебных заведений, которые были приглашены на семинар, пилотный проект по питанию в новинку. Но переживаний не наблюдается. Наоборот, все с особым трепетом относятся к питанию детей. Надо быть готовым к тому, чтобы идти в этот проект. И наверняка то оборудование новое, которое есть у нас, и та возможность шеф-повара за производством, который давно работает в нашей школе, они дадут результат. Меняет совершенно меню, и оно будет более доступное для детей. Дети любят пельмени, пиццы, они любят сырники, омлет, понимаете? Возвращается то питание, чем они дома питаются. И, конечно, тут и не забывается о нормах, о тех нормах, которые должны быть для детского питания. К слову, на данный момент в 3 школах областного центра, средней школы номер 18, 27 и 31 завершаются масштабные работы по капитальному ремонту пищеблоков. А это значит, что к 1 сентября вкусное и полезное питание школьников будет проходить в комфортных столовых.
Программу «Итоги недели» продолжит еще один материал на педагогическую тему. В Бресте прошло подписание четырехстороннего договора об открытии нового профильного транспортного класса для учеников средней школы номер 37 города Бреста, которые начнут свою работу уже 1 сентября 2023 года. В подписании договора участвовали четыре стороны. Представители Брестского отделения Белорусской железной дороги, средней школы номер 37, Управление по образованию администрации Московского района города Бреста и Брестского колледжа, филиала учреждения образования Белорусский государственный университет транспорта. Этот договор очень важен как для детей и их родителей, так и для города. Сегодня свыше 2200 учащихся 10-11 классов Московского района обучаются в профильных классах. Уже много лет функционируют кадетские классы, заключены договоры о взаимосотрудничестве с пограничной службой, с Академией МВД и Военной академией. Есть классы педагогической и спортивно-педагогической направленности. Ноу-хау прошлого года стал договор между Брестским государственным техническим университетом, управлением образования и Брест-Облгаз. Об открытии инженерного профильного класса на базе гимназии номер 2 и средней школы номер 20. Сегодня в Московском районе проводится активная работа по поиску новых форм организации образовательного процесса, направленных на актуализацию рабочих профессий. Время идет вперед, время диктует новые подходы. И сегодня мы говорим о том, что допрофильная подготовка и профориентационная работа должна начинаться на более ранних этапах. Именно поэтому было принято и поддержано предложение о создании транспортного класса на базе 8 класса, это вторая ступень обучения, в средней школе номер 37. Мы начинаем профориентационную подготовку с раннего возраста, с 8 класса. То есть вот нашу подготовку мы можем разделить и мы будем делить на два основных блока. Первый блок – это транспортные классы. Мы будем задействовать здесь ребят и девушек с 8 по 9 класс. И второй блок – это профильные классы. Профильные классы будут задействованы ученики 10 и 11 классов. Программа профильного транспортного класса предусматривает углубленное изучение физики, математики и информатики, а также внеклассные занятия непосредственно на самой железной дороге. Это будет глубокое погружение в данную профессию. То есть ребята могут познакомиться не только с внешней стороной этой профессии, когда сегодня мы садимся в поезд, видим его ухоженный, мы видим приветливых проводников, проводниц, которые нас встречают, но и ребята будут знать ту сторону, которая стоит за этим. Многие школьники знают только поверхностно, это проводник пассажирского вагона, это машинист локомотива, а таких профессий, как электромонтер, устройство автоматики, телемеханики и так далее, соответственно, не все знают. Поэтому наша задача, в первую очередь, это, конечно же, познакомить со всеми профессиями школьников, ну и в конечном итоге получить мотивированных выпускников школ и наших абитуриентов. Продолжая тему внеклассной работы, Андрей Новик подчеркнул. У нас на Брестском отделении 17 филиалов и пособий структурных подразделений. И на каждом из них наши ребята, я уже называю их наши, потому что это ребята, которых мы будем курировать, которых мы будем видеть, посетят эти подразделения, увидят работу этих подразделений и увидят обратную сторону железной дороги. То есть увидят не то, как вагон выглядит изнутри, а увидят то, как его готовят в рейс, как его ремонтируют, каким образом производится опробование тормозов и так далее, и так далее, и так далее. У нас в школе вообще ведется большая профориентационная работа, в том числе и на рабочие специальности. В частности, можно сказать, привести такой пример, что у нас обычно в параллели, например, 6 классов, и после второй ступени у нас остается 3-4 класса. То есть профориентационная работа ведется очень большая. Ну а кто будет чувствовать, что он должен учиться дальше, с транспортными классами будет большая перспектива, поскольку они сразу же пойдут после окончания школы в колледж, после колледжа на третий курс института транспорта.
Все нюансы оговорены, и вот самый ответственный момент – подписание четырехстороннего договора, в котором участвовали представители Брестского отделения Белорусской железной дороги, средней школы номер 37, Управления по образованию администрации Московского района города Бреста и Брестского колледжа, филиала учреждения образования Белорусский государственный университет транспорта. Виктория Гапутина, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Сейчас о других, не менее актуальных темах в программе «Итоги недели». Дистанционное телефонное мошенничество становится все более серьезной проблемой. Если в 2017 году с попытками обмана по телефону или интернету столкнулись в Брестской области 2 человека, то уже в 2023 за 7 месяцев более 400. Из них практически 10% относятся к категории тяжких. Это те преступления, где сумма ущерба составляет 250 базовых величин. По сравнению с прошлым годом, количество афер в сфере информационно-коммуникативных технологий увеличилось в 2 раза. Как не попасться на уловки телефонных мошенников? Как на них реагировать и как обезопасить личные данные? Ответы на эти вопросы дают компетентные специалисты. Ваша заявка на кредит была одобрена. Подскажите, в какой день вы сможете подойти в отделение? А я никакой кредит не давала заявки. То есть вы не подавали заявку вчера на официальном сайте? Нет, ничего не подавала. Не подавали. Хорошо, я вас поняла. В таком случае я данную заявку приостанавливаю. Вот с таких звонков начинается так называемый развод людей по телефону. Звонки из банка, в милиции, налоговой. Операции под кодовым названием «Алло, мама, помоги» существует много способов, которыми пользуются мошенники, чтобы завладеть чужими деньгами. По мере совершенствования системы кибербезопасности растут и возможности аферистов, которые придумывают все новые способы воровства денег с банковских карт при помощи телефона и интернета. От таких телефонных аферистов, как правило, страдают пожилые граждане. Им звонят, сообщают, что их близкому, попавшему в беду, в ДТП, нужна срочная помощь, и выманивают под этим предлогом деньги. Осуществление самих преступлений происходит при активном пособничестве наших граждан. Например, есть люди, которые за небольшую сумму оформляют на себя, на свое имя, банковские карты и передают злоумышленникам за вознаграждение. Реквизиты данных карт используются при совершении преступлений. Люди перечисляют на них деньги. Получив доступ к личным данным или перепискам, мошенники филигранно манипулируют человеком, стараясь вывести собеседника по ту сторону экрана на откровенный разговор. Они входят в доверие, которое после выливается в серьезные финансовые потери для жертв таких авантюр. Жительница Ивацевичского района обратилась в милицию, сообщив о краже денег на сумму более 32 тысяч рублей. Женщина ответила на рекламу удаленной работы в Инстаграм и начала зарабатывать на бирже. Позднее ей предложили заработать больше, но для этого нужно было внести 10% суммы вывода. Женщина обратилась за помощью к своим детям, которые оформили кредиты. Деньги были переведены мошенникам. Эксперты в области кибербезопасности констатируют, что преступники постоянно меняют тактику на фоне возросших потребностей пользователей интернета в области безопасности. Но абсолютной защиты от них не существует. Но следует знать, что специалисты Беларусьбанка или любого другого никогда не используют различного рода мессенджеры. Звонки осуществляются только со стационарного телефона или служебного мобильного. И причины для звонка сугубо информационные. В большинстве случаев причина для звонка – это информирование клиента о чем-либо. Например, о новой услуге или сервисе, а также о том, что истекает срок действия карты, вкладного счета, либо договора страхования. С целью пригласить клиента в отделение банка для обслуживания. Это устоявшаяся практика. И она нашла поддержку и положительный отзыв у клиентов. Никогда специалист банка не будет спрашивать о следующем. Он никогда не будет спрашивать полный номер карточки, срок ее действия, пин-код,
CVC-код, который расположен на обратной стороне карты и необходим только для осуществления расходных операций. Также никогда не будет спрашивать номер договора банковского счета, ну и пароли от интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также логины от этих сервисов. Работник Беларусьбанка не будет предлагать вам пройти идентификацию, либо перейти в магазин приложения, или перейти по какой-либо ссылке, а затем скачать и установить дополнительную программу на телефон или компьютер, якобы для защиты или возврата денежных средств. Но люди все-таки ведутся на уловки мошенников и отдают свои деньги аферистам, а алгоритм действий в случае подобного звонка должен быть однозначным. Если поступают такого рода предложения по телефону и просьбы, требующие передачи вышеуказанной информации под угрозой потери ваших денежных средств, то необходимо, Беларусьбанк рекомендует, заблокировать карточку по телефону, который указан на обратной ее стороне, либо в сервисах интернет и мобильный банкинг. Ну а затем самостоятельно обратиться в банк по короткому номеру 147 и разобраться в сложившейся ситуации. Киберпреступность за последние несколько лет серьезно трансформировалась. Сегодня мошенники идут на достаточно серьезные ухищрения, чтобы обмануть доверчивого человека по ту сторону монитора. И, к сожалению, нередко это получается. Важно! Никому не сообщайте свои личные данные, данные карт, защитные коды, коды из СМС. Если с картой действительно происходят мошеннические операции, банк сам может ее заблокировать. Помните, что сотрудники банка либо милиции никогда не будут во время телефонного разговора просить установить какое-либо приложение. А также настоящие сотрудники никогда не будут отправлять вам фотографию своего удостоверения. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». А сейчас я предлагаю вам, уважаемые телезрители, вернуться в 2016 и 2017. Это было недавно, это было давно. Родившиеся в эти годы малыши выросли и уже идут в первый класс. Но первоклашки, о которых пойдет речь сейчас, особенные. Они родились 3 июля, в День независимости Беларуси. Тогда, 7 лет назад, их в Брестском родильном доме с днем рождения поздравляли представители общественного объединения «Беларусь». Малыши об этом, конечно, не помнят, но мероприятие, которое прошло накануне в Брестском театре кукол, они уже точно запомнят. «Беларусь с любовью к детям» – эта акция получила продолжение. Вот такой маленькой принцессы появилась на свет 3 июля 2016 года в 2 часа 45 минут в семье Валетиных девочка, которую назвали красивым именем Елизавета. Вес ее был 3 килограмма 41 грамма, рост 52 сантиметра. И вот что тогда говорила Мария Валетина о своей дочурке. Хотели очень такого во всех отношениях независимого ребенка. Вот, ну, в общем-то, получилось национальный праздник. Поэтому уже хотелось как-то, раз так придвинулась ну, непосредственно к нему. Вот, ну, получилось очень символично. Тогда, в 2016-м, на свет в Брестском родильном доме появилось 6 мальчиков и 7 девочек. Счастливые мамочки, трогательно удивленные, поздравляющие. А в 2017-м, в этот же день, Брест прирос на 5 мальчишек и 2 девчонки. И их тоже чествовали представители Белой Руси. Прошло 6-7 лет. Эти милые карапузы выросли и уже приобретают новый статус первоклассника. И их вновь поздравляют уже в самом любимом месте всех детей в Брестском театре кукол. Представители общественной организации объединили 2 акции «Белая Русь с любовью к детям» и «В школу с Белой Русью» подошли к этому событию креативно и организовали квест-игру «Тайны театра», которая приоткрыла ребятишкам театральное закулисье. Вам понравилось? Да!
А потом прямо на театральной сцене вспоминали все вместе с мамами и бабушками, как когда-то поздравляли этих девочек и мальчиков, какими они были маленькими. И, конечно, без подарков не обошлось. Наборы к школе пришлись и ко времени, и к месту. Ведь 1 сентября не за горами. Традиция поздравлять рожениц, которая в Беларуси вот, уже несколько лет, такая давняя и хорошая традиция, она существует. Это, наверное, одна из самых таких вот приятных традиций. Эта акция одна из таких, да, наиболее, как я бы сказал, домашних акций. И сейчас, когда уже прошло и детки, время прошло, и детки идут в школу, приятно посмотреть, и вот посмотреть на этих детей уже повзрослевших, как они уже как бы, какой-то этап, они садик прошли, они уже выросли, они чему-то научились. Достаточно, конечно, такое серьезное и ответственное событие, первый раз, первый класс, да. И Беларусь считает своим долгом, конечно, поддержать и деток, и их родителей в этом важном этапе их вот уже маленькой, но немножко взрослой жизни. Ну, что еще детям пожелать? Главное – здоровье. Если детки будут здоровыми, они будут и счастливы, будет у них и желание к учебе, и будет все у них получаться. Среди тех, кто станет первоклашкой, наша героиня Елизавета Валетина. Девочка выросла настоящей красавицей, умницей, маминой помощницей. Семья гордится своим чудо-огонечком. Какая дочечка получилась? Замечательная, мне кажется, очевидно. Было все, как у всех. Детский сад. Сейчас в школу готовимся. Лиза уже готова, очень хочет. Вот. Ну, сегодня, я думаю, ее желание подкрепили очень. Какая ваша Лиза? Лиза любознательная, активная, очень доброжелательная, эмпатичная девочка. Поэтому, я думаю, это очень важные качества в нашей жизни. И вот первое большое интервью будущей первоклашки. Я самая счастливая на планете. Почему? Потому что на планете построили ли школу, садик, ясельки, там всякое. Вот это здорово! Природа еще придумала разных бабочек, ящериц. Да ты что? А что самое главное у тебя сейчас? Самое главное? Самое-самое-самое главное событие, которое предстоит. Самое-самое главное? Куда ты пойдешь? Пойдешь в школу? Пойду в школу! А хочется? Очень. И мне еще хочется стать повелительницей, повелительницей огня. Пусть все желания этих ребятишек сбываются маленьким победителем больших побед. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БукТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54 63 67. Ну а мне остается только добавить, это было ваше телевидение, семейный канал БукТВ. Я, Виктория Гапутина, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах.